Вот, ох-ох-ох-ох-ох. И вот, пожалуйста, да, совсем не ладится этот дебют. Вейвкопс, который у нас заменил Фрианца. Господи, я увидел другую оранжевую машину. У меня сердце аж ёкнуло. Я думал, неужели между собой он столкнулся с Ланкастером? Нет, это Де Йонг, похоже. 27-й был стартовый номер. Да, да, это Даниэль Де Йонг, похоже. Из голландской команды, тоже команда-новичок. Много здесь, конечно, шума наделало вот это, этот переход Квейвхопса в команду Фрианца, в Хилмер немецкий и... В команду Франца, Хилмера, вы хотите сказать. Все-таки команда не Фрианца, к сожалению. Хотя, когда он пришел тогда, мы помним, выиграл в Барселоне, да. Пожалуйста, наш главный герой этого чемпионата наряду с Чикотто, Серхио Канамасас, член юниорской группы поддержки команды Кейтера. Без заднего антикрыла и без переднего. Говорящий похоже. Спонсор у него, я считаю. В общем, не такая большая статистика по Венгрии, по пейскарам, по появлению на трассе, потому что трассы, мы много раз говорили о том, что она необгонная и достаточно спокойная, но вот здесь вот уже на первом круге у нас пейскар. Вот Леймер здорово сработал впереди, мы видим, сразу же прошел между двумя болидами. Смотрите, Канамасас там позади. Ага, Калада пытался повторить что-то подобное, а Сэма Бёрда чуть-чуть занесло. Он на внешней не удержался, в итоге потерял позицию. Он девятый только. Такое ощущение, если честно, что там как раз Квейвхопс протаранил буквально Кейтером. Камера на Чикотто, напоминаю, он один из четырех наших операторов. Розенцвейга мы не особо вчера видели, а вот его и Дельмана. Очень часто, и Эриксона тоже. И вот как раз перед ним пара, которая... 1 МП. Нет, это 26 номер. 27. Вот здесь был позади. Был удар, кстати, в Чикотто. Вы посмотрите. Сам он накануне врезался в Дельмана и очень жестко его критиковал. Это вот здесь Де Йонг. Де Йонга самого занесло. Okay, that's the end. Это конец, кого кто-то в меня врезался. А, кстати, мы видели, что едва и Ланкастер тоже не врезался в собственного партнера по команде. Вот, смотрите. Как раз, наконец-то, камера у Розенцвейга, который был позади всей этой группы, смог объехать по обочине. Но там летели обломки от антикрыльев и могут быть проколы. Кстати, Тейшера...